Доброго времени суток. Сейчас конец августа. Вот мы находимся на озере Ханка. Это Ханкайский район Приморского края. Здесь мы сняли домик. Вот и можете посмотреть, как вот здесь все выглядит. Так, вот такой очень уютный, хороший дом. Подальше его покажу. Вот, вот так вот он выглядит. На сваях, высокий, не затопит его. Вот окна здесь пластиковые. Вот это вот такая летняя банька, летний душ. Так, вот давайте вот посмотрим, что здесь внутри. Так, вот есть кондиционер. Дверь такая железная. Так, я вот сейчас покажу, что здесь внутри. Давайте войдем. Так, посмотрите. Очень здесь уютно, красиво. Так, тут получается. Вот, посмотрите. Вот так вот. Вот. Там тоже маленькие окошки пластиковые. Вот здесь двухэтажные кровати. Значит, сколько их? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Так. И там одна большая кровать. Самая первая – это большая кровать. А здесь, смотрите, вот так вот выглядит. Очень все продумано. Шикарно. Для временного отдыха на природе. Так, вот очень большой стол. Окна пластиковые. Холодильник. Так, вот так вот. Здесь есть кондиционер. Он как для теплого, так и холодного воздуха. Температуру устанавливаете. Телевизор. Здесь вот раковина, там холодная горячая вода. Очень мне здесь нравится. Вот, и на полу получается ламинат. Очень хороший дом. Так, пойдемте теперь на улицу. Вот так это все выглядит. Так, и вот здесь. Вот, получается, кондиционер, мангал, печка. Вот и такой, получается, забор, все огорожено. Вот, так дом выглядит снаружи. Очень заботливые хозяева, все продумали. Для отдыха. Так, сейчас вот туда пойдем. Здесь, видимо, загорать можно, кому надо. Вот, ну, с погодой не получилось. Сейчас я пойду. Вот, очень цветы красивенькие, но их побило дождем. Помидоры. Вот так вот идет забор. Ограждение, чтобы туда никто не заходил. Это один домик, и вот второй. Здесь он двухэтажный. Мы с хозяевами заключили договор, там все подписали, насколько остановились, все по закону. Вот здесь противопожарная, все у них безопасность. Так. Так вот, смотрите, вот так вот выглядит этот дом. Вот там
Внутри тоже пластиковые окна. Вот умывальник. Вот вообще здесь на улице есть стол, можно за ним сидеть. Вот здесь тоже кровати, ну не знаю, наверное, для загорать или просто в тени лежать, отдыхать. В этом доме есть санузел, горячая холодная вода. Все продумано, вообще шикарно. Сегодня хорошая погода, дождя нет, вчера был сильный дождь. Вот я даже ночью там снимала, но вообще получилось, ничего не видно, все в темноте, только шум волн. Так, вот здесь вот мы выходим, все закрыто, огорожено. Если приезжают с детьми, чтобы и дети не выбежали, здесь чтобы животные не зашли. Вот, вот здесь очень красиво. Это железная дорога. Не знаю, по-моему, она не функционирует. Я точно это не знаю. Так, и вот озеро Ханка. Очень красивое. Огромное. Сегодня уже ясная погода. Это дождь уже достал. Хочется словить последние дни лета. Это ловишь пока что только дождь. Вот, вот так вот выглядит все со стороны. Зеленое, красивое. Вот в том доме, в первом, где я показывала, там единственный, не знаю, недостаток, наверное, считается, что туалет на улице. Во втором доме там туалет внутри. Есть душ, горячая холодная вода. В первом тоже горячая холодная вода. Но на улице получается туалет. Ничего, если приехал на несколько дней, то как бы терпимо. Так, здесь вот во втором домике также зимой останавливаются, как я поняла. И все для этого предусмотрено. Тепло, хорошо. И вот она, Ханка, которую вы вчера видели в темноте. По-моему, там ничего не видели. Только мой голос слышали. Вот. Давайте подойдем поближе. Ой, красота неописуемая. Давайте туда спустимся, посмотрим то, что вчера не удалось увидеть из-за темноты. Так, вот так вот. Сейчас. Так, как они там летают. Какое все зеленое, какое все красивое. Ой, я тут зарылась в песок. Так, сейчас зайду в воду, попробую, какая вода. Вот это озеро Ханка. Здесь песочек, вода хорошая. Если чуть-чуть привыкнешь, то тепло. Здесь недалеко камень рыболов, озеро Ханка. Это Приморский край, кто еще не понял, где мы находимся. Вот тут недалеко Владивосток. Где-то часа 3-4, смотря какая погода. Пробки, не пробки, ехать сюда, добираться. Пожалуйста, кто еще не подписался на мой канал, подписывайтесь. Делитесь видео, жмите
на палец вверх, чтобы оповещало и о других видео. Жмите на колокольчик. Думаю, мы с вами прекрасно провели время. Вы узнали что-то новое, полезное. Может, кто-то соберется сюда приехать. Вы знаете, где можно остановиться. Хорошего отдыха. Всех благ.